О! И ты толкаешь. Он же продолжает двигаться. Или он останавливается? Становится, а стоп, у него же больше веса нет, он его, ты управлением двинул его, он будет скользить продолжать дальше. Да, нет. По инерции, чуть-чуть поскользить, остановится, вот он выравнивается. Попробуй, или ты не будешь вставать. Что это, организатор? Ты видел, что это? А навигатор-то прилетает. Я гейми настраиваю, вот сейчас Вася, видишь, он плывет. Ну-ка, вот ты вперед, бей его. Вот, полетели вперед и на нейтраль. Ну я же говорю, скользи, ты же говоришь, нет. Ну вот по инерции чуть-чуть скользит и останавливается, это совсем не то. Понимаешь? А так вот он резко останавливается. Ну да. Он останавливается, он быстрее, по инерции. А вручное движение ты пробовал летать? Вот так вот, вертолет. Это пиздец. Ну там ты его наклонил, он так вручную. Да, да, ну когда эта дура, блин, летает 4-килограммовая? Это, блядь, пиздец. Давайте в центр встанем, ты вокруг нас покрутишься. А ты камеры не пишешь, да? Ну. Оба. Поймал. Что, в мясорубку решил не отправлять? Не успел пнуть. Ну все, можно лететь.